Сентябрь, Лермонтова. Это вот пляж Золотые Пески. Примерно 5 часов вечера. В горах гремит гром. Только что здесь был дождь, крупные капли. Но он нас не испугал, потому что мы приехали на море. Даже на море мы рады дождю. Погода прекрасная, можно сказать, даже жарко. Сегодня ходили на пески в обед. Вода там, что парное молоко. Вот оно уже и солнышко. Скоро будет садиться. Вот оно какое, мое море. 10 сентября. 8 часов утра. До чего нам понравился этот пляж? Нам даже не составляет особого труда дойти сюда пешком. Видите, мой муж нашел. Что ты нашел? Покажи. Ну покажи. Ой, какая прелесть. Смотрите. Ракушка. Конечно же, там жителей уже нет. Видите? Здорово. Это вот будет на память. На память о моем море. Вечер. Мы возвращаемся с пляжа. Вот такой он филат. Вечерний филат. Здесь даже есть наши земляки. Все номера заняты. Здесь они никогда не пустуют. Аллейка приятная, утопает в зелени. Мы стоим на нашем месте. В углу кухня. На этот раз наш номер прямо. Номер 8. А в прошлом году мы жили в 9 номере. Вот так здесь здорово, что даже уезжать не хочется. Всем доброе утро. 11 сентября. 6:40 утра. Вот и настал тот день, когда мы уезжаем с этого гостевого дома Филат. Сразу хочу сказать, отзыв о доме не изменился. Все прекрасно. Очень все понравилось. Да как может не понравиться, если здесь созданы все условия для отдыхающих. Посмотрите, сколько здесь машин. Все номера заняты. Очень все хорошо. Спасибо
хозяевам гостевого дома «Филат». Мы сюда приехали уже во второй раз. Не испытали никакого дискомфорта. Приехали как в дом родной. Людей много. Не знаю даже, что и сказать. Немножко расстроилась. Отдых был длинным. Домой возвращаться надо. Просто все замечательно. Вот Татьяна, видите, уже не спит. Спасибо большое Александру и Татьяне, хозяевам нашего гостевого дома. Говорю нашего, потому что он действительно как дом родной на отдыхе. 11 сентября. 24-го года. 24-го года. Мы выезжаем с Филата. Счастливого нам пути. До встречи, Воронеж.